Dzień dobry. Mulți mate și dragii noștri oameni, suntem foarte bucuroși să vă salutăm la acest concert dedicat la 5 ani de activitate al colectivului de dans Veselă Babce. Vă rugăm mult să susținem dansatorii noștri cu aplauze. Dragi goste, mimo nam vidjeti všetkých tutaj zgromadzonych na pięcioleciu zespołu Wesołe Babcie. Bardzo miło nam również przywitać naszych drogich gości. Serdecznie witamy na naszym koncercie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bartołomieja Zdaniuka wraz z małżonką. Kierownika Wydziału Konsularnego, konsula Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Twardego. Doamna directoare bibliotecii, Adam Mischievici, Oksana Andreev. 5 ani în urmă, doamna Victoria Kulikovskaya a propus membrilor organizației Primăvara Poloneză Moldova de a crea ansamblu de dans pentru a face cunoștință cu dansurile populare poloneze și costumele naționale din diferite perioade și regiuni. Așa a luat nașterea ansamblu Veselă Babce. Primul dans în repertoarul ansamblului a fost dansul cu rădăcini din regiunea de nord a Poloniei, Cuiadac Oberec, care cu mare drag îl vă prezenta acum pentru dumneavoastră. Thank you.
ансамблу айонит фемей за десерите окупации, специалитет, и десерите вирсе, care până atunci nu au dansat niciodată. Au fost multe emoții, dar au reușit totul, iar debutul a avut succes. Thank you.
развивался, радовал нас с вами. Мы хотим познакомить вас с ними поближе и представляем вам участников ансамбля. Художественный руководитель, генератор идеи Виктория Кроликовская. За встречу слова в университетную репетицию по профессии бухгалтер. Аплодисменты. Хореограф Светлана Лаптяна. Маленькая, хрупкая, но очень взрослая и терпеливая. Журналист. Лариса Абракетская. Самый взрослый участник коллектива. Безукоризненно эстетичная. Бухгалтер. Нина Конжа. Фейерверк. Космос. Огонь. Кадастровый инженер. Елена Крутяна. Горделивая грация. Психолог. Людмила Федотова. Веселая, позитивная и всегда улыбающаяся. Бухгалтер. Светлана Немцан. Эмоциональная, как море. Кадастровый инженер. Елена Бирюкова. Гибкая, как молодая береза. Товароведение. Галина Назарова. Миротворец коллектива. Бухгалтер. Анжела Стекаревская. Необъяснимая, как цунами. Социальный работник. Татьяна Домбровская. Женственность, шарм, грациозность. Психолог. Анжела Чеботарь. Доброжелательная, жизнелюбивая и замечательная. Как следов. Светлана Шевчук. Неожиданная, как радуга. Инженер-строитель. Я хочу вам открыть секрет про участников этого ансамбля. Они всегда влюблены. Влюблены в свое дело, в свою работу. И, как вы, наверное, заметили, делают ее с душой и вдохновением. Мы любим их и очень ценим. Они являются примером для детей и внуков. Они всегда легки на подъем, энергичны, бодры, а еще у них отличное чувство юмора.